14 июля столица Тверской области отметила день рождения. В 2019 году Твери исполнилось 884 года. В праздничных мероприятиях приняло участие порядка 160 тысяч тверичан и гостей города. В течение всего дня праздничные мероприятия проходили на Театральной площади, в городском саду, на городском пляже улицы Советской, а также в акватории реки Волги между Старым и Новым мостом. Главной площадкой Дня города стала Театральная площадь. Как все прошло, смотрите далее. Церемония открытия Дня города состоялась на Театральной площади в полдень. С праздником, тверичи! С днем рождения, Тверь! В рамках торжественного открытия праздника прошла церемония награждения. За выдающийся личный вклад в развитие Твери и длительную общественную деятельность некоторым тверичанам присвоили звание «почетный гражданин». Кроме того, были вручены почетные знаки главы Твери за заслуги перед городом и памятные знаки главы во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Были вручены также благодарности и почетные грамоты губернатора Тверской области. Праздничные мероприятия проходили во всех районах Твери. В Твери на набережной Афанасия Никитина состоялся удачный фестиваль, интерактивная площадка «Отдыхаем всей семьей». На сцене у фонтана развернулась разноплановая творческая программа, концерт «Удачный праздник», парад детских колясок, творческая программа Тверского мюзик-холла. В центре Твери гостей ждали «Тверь-мастеровая» и гастрономический фестиваль. Для участия в ярмарке в областную столицу съехались более 130 мастеров из Твери и Тверской области, Великого Новгорода, Владимира, Смоленска, Ленско-Рославской области Республики Беларусь. Были представлены изделия из кожи, текстиля, стекла, шерсти, металла и кондитерские изделия. На гастрономическом фестивале можно было попробовать блюда старославянской кухни, мясные деликатесы, фермерские продукты, выпечку, приобрести горячие прохладительные напитки. Также здесь была организована зона отдыха и фотозона в стиле оформления Дня города. Кульминацией праздника традиционно стал салют. И, конечно, самым лучшим местом, где его можно было увидеть, стала обзорная площадка. Площадка ресторана «Панорама».